Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья, сегодня у нас будет очередная полезная, значит, передача про вновь приобретенную вещь. Итак, сегодня у нас будет обзор гамака, который я приобрел в городе Тюмени. Анонс этой передачи я уже делал вам, когда рассказывал о вольерах, о клетках этой компании. Ссылочка будет находиться в описании канала, так что кому интересна тема клеток и вольеров, перейдите, посмотрите. Также адрес этой компании вы увидите в описании к этому ролику. Итак, тема: гамак для перевозки собак. Итак, вот смотрите, значит, я не буду вам сейчас рассказывать о том, что это просто необходимая вещь, если вы являетесь владельцем собаки и одновременно являетесь владельцем автомобиля. Друзья мои, вот мы сейчас просто на примере посмотрим, как можно использовать этот гамак. Смотрим сюда. Значит, очень слабая тема, все владельцы собак это знают, это бампер, да? То есть, когда собака запрыгивает у вас в машину, в бампер, всегда, практически всегда, бампер у нас остается поцарапанный. Итак, что же нужно делать для того, чтобы это не произошло? Ну, кто-то стелит тряпку там специально дополнительно для этого. А здесь все в одном. То есть мы можем обезопасить свою машину от царапин, первое. Но очень важно, актуально, все владельцы машин меня поймут сейчас. Это мы опускаем вот так вот этот гамак, который предотвращает весь наш салон, собственно говоря, от шерсти, от грязи, если собачка описается, сожрет, вырвет ее и так далее. То есть также плюс еще отцарапит. Смотрите, у меня собака ездит в багажнике, но этот гамак можно расстелить также не только в багажнике, но и в салоне автомобиля. Ну, для меня актуально багажник. Итак, я его расстелил. Собака у меня запрыгнула в багажник. Бампер у меня остался целый, невредимый. Также салон у меня остался без шерсти. Итак, собака у нас запрыгнула. Да, что я делаю дальше? Здесь в дополнение к этому гамаку идут вот такие вот ремни. Вот, видите? То есть стенка вот здесь вот. Стенка вот здесь вот, как бы, тоже закрыто, тоже закрыто. С этой стороны тоже закрыто. Я лямочки подвесил к амортизаторам, которые держат у меня стенку багажника. Вы можете придумать какое-то свое место. Что я делаю дальше? Значит, дальше я поднимаю эту часть. Видно здесь, да? И пристегиваю. То есть собака внутри находится. Вы же извините, я сегодня без собаки. Ну так просто демонстрацию будет провести легче. Итак, застегиваю. Все, собака внутри. Собака внутри. Сам гамак подвешен. Соответственно, задняя стенка, которая здесь тоже имеет обивку, да, она тоже будет защищена от всяких там царапаний, там шерсти и так далее. То есть, если у вас на велюровое какое-то покрытие, которое притягивает очень сильно, оно также будет защищено. Давайте теперь перейдем внутрь салона и попробуем закрепить салон, гамак именно там. Ну, здесь принцип работы тот же самый. То есть у нас есть вход для собаки, который застегивается. Собака у вас заскакивает. Все это цепляется буквально там на 2 минуты для того, чтобы прицепить подголовником 2 ремня. Да? И в чем еще вот преимущество? Давайте я камеру возьму для того, чтобы внутрь салона зайти. Преимущество заключается в том, что вот видите, у меня как бы подголовники на передних сиденьях, они широкие. То есть не выделено, не выражено. Но здесь ремни для пристегивания распускаются достаточно широко. Итак, как видим, боковой, как бы, боковая дверь обитая тоже закрыта.
Здесь у нас в салоне за подголовники мы подцепили. Ремень, вот видите, который подвешивает к ручке, держит систему, чтобы она не падала, когда собака будет перемещаться с места на место. Здесь у нас находятся специальные такие молнии, которые помогают тоже застегнуть. Сейчас я оператору передам камеру и застегну, продемонстрирую вам. То есть смотрите, вот собака запрыгнула, находится внутри, допустим, да? Я застегиваю молнию. Одна молния. И вторая молния. Получается у нас такой карман, да, чтобы собака, опять же, обивку не испортила своей шерстью или там какими-то рвотными массами, если его качает. Дальше мы берем ремень, который можно отрегулировать под вашу машину, да? Вот мне это вот, допустим, так это будет. Вот так это вот хорошо будет. Цепляем для того, чтобы, опять же, это все не падало. Закрываем дверь и едем. То есть, друзья мои, ну, я вам что попал, еще ни разу не посоветовал. И думаю, что владельцы машин по достоинству оценят этот гамак. Поэтому всем рекомендую. Тем более у нас Новый год сейчас как бы на носу, скажем так. Поэтому, девушки, подумайте, вот один из новогодних подарков, как один из вариантов новогодних подарков, вы можете преподнести своему супругу. Тем самым вы облегчите жизнь себе, потому что я представляю себе, вот у меня, например, супруга очень ругается и все же чистит машину мне. А так вы и себе жизнь облегчите, как бы, ну и мужу подарок преподнесете. Тем более, когда вы перевозите всевозможные соленья, картошку там и так далее с ваших погребов, то этот гамак вам пригодится, может, и в этом случае. То есть, друзья мои, заслужите доверие, заслужите уважение, думайте о своих питомцах, приобретайте всевозможные хорошие штучки, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо.